очень удобно, недалеко от отеля такая площадочка. Неважно, утром или вечером мимо прохожу обязательно. Штангу, брусья, вот такие вот своеобразные штанги. То есть они бетоном их заливают, определенное количество килограмм. Также здесь Muay Thai занимаются ребята. Вот с Америки, USA. Мужчина живет в Таиланде, тоже занимается формой поддержки. В общем, старайтесь всегда где-то что-то напрячь свои мышцы, поработать, чтобы ваше тело было не жирное, стрёмное, и не вы говорили всем, что, блин, у меня такая конституция. Обороли свою лень, преодолевали и тренировались. Да, здесь минусов много, зал такой простой, да, тут скамейки ходуном, но держать нужно себя всегда в тонусе, чего и вам желаю. Обязательно увеличивать нагрузку. Здесь чуть поменьше, здесь чуть побольше. 3-4 подхода. И ваши мышцы уже в тонусе. Буквально говорю, здесь можно за 3-4 дня, с учетом жары, очень сильно сбросить вес. И для этого не надо. И для этого не надо. Поснимай, как бьет американец. Поснимай, поснимай. И вот они хотят с нами воевать. Они даже бить не умеют, американцы. Американ файтер. Ну и обязательно увеличиваем нагрузку, иначе смысла нет. О, хорошо. Железяки. Вот так вот обучают американского гражданина, как правильно носить лоу-кик. Вот, еще, только еще этот таз разворачивать. Чтобы таз пошел, нужно стопу, опорную ногу, да, опорную ногу развернуть. Во время удара, то есть, развернуть удар. Вот у вас идет разворот. Ударом.
Вот уже уж опять нога. Мера тон, удар тон. Развернул, удар. Вот уже лучше. Еще больше доворачивай. Да. Чуть-чуть разворачивай. Надо еще сильнее. Да. И стопа разворачивается, и таз разворачивается. А. Yes. И. Ну, таз. Таз разворачивает. Да-да-да-да. Вот вес. А, сори, сори. Остро. Вниз. Окей. О, хорошо. Гуд. Гуд. И еще выше. Хай. Окей. А, сори, сори, но. This. This. Сюда. Окей. И. Фронт вперед. Вот, хорошо. И таз еще. Разворот. Опять не развернул. Разворот. Хорошо, только чуть-чуть выше ногу. То есть, middle, есть удар корпус, чудом, и есть Джодан Маваш голову, а у вас идет middle, low kick, middle, удар в бедро, у вас окей, а если бить чудом корпус, то здесь надо ап выше колена. Ап и удар наносится. Окей? Вперед. Вот так вот можно, в принципе, быстро показать основы, не владея даже, в принципе, английским языком. Объясняю на пальцах, вы сами все видели, это не сложно. Сложно то, что здесь очень жарко, и пот с тебя, вот я не знаю, видите, нет, но я мокрый насквозь. Ну и опять же, вот смотровая площадочка рядом, здесь прекрасно, здесь классно. Вот, окей. Минус, ноги пригорают. Во, только выше. Окей. С проносом. Окей. О, плиз фото, окей? Окей. А еще поработай. А? Стесняется тайц. Но Америки, конечно, далеко еще до нас.